Друзья, добрый день. Сегодня поговорим с вами про фундамент, что я об этом думаю. Мы продолжаем там завозить песок, щебень. И, конечно, мы приняли решение первым положить щебень. Я не говорю, что это правда последней инстанции, но то, что я хочу с вами сегодня обсудить, возможно, поменяет мышление вас. Я не говорю о том, чтобы вы делали фундамент, как делаю это я, потому что по-любому это неправильно. Но я вам подскажу пару мыслей, которые натолкнули меня на эту идею. Почему мы закинули первым слоем щебенку? Потому что я заметил, когда есть щебенка, тогда уходит вода быстро. Когда есть песок, ты его как ни копнешь, он всегда влажный. То есть поверхность сухая, а внутри влажно. А какой происходит риск? Да? Какой происходит риск? По моему мнению, песок собирает в себя влагу и держит его до мороза. В момент мороза происходит расширение песка, ну то есть расширение, вода превращается в лед и расширяет, соответственно, воду. Вода давит на фундамент, и тем самым фундамент является заложником всегда песка. То есть песок — это всегда большой риск. Для того, чтобы обезопасить как-то себя от этого, от пучения, мы начинаем делать дренаж. Я заметил, что когда делаешь щебенку, через щебенку вода просто улетает в землю. То есть щебенка выполняет роль некого проводника. А вот песок, он является как раз тормозитель, да, вот этой всей истории. И поэтому мы решили здесь сюда сделать 4-5 песка машин, да, и примерно 4 щебенки. То есть у нас уже 2 щебенки заехало. Вот я вам покажу сейчас 2 секундочки. Вот она, видите? Вот она щебеночка, да, щебенка с песком. Почему щебенка с песком? Для того, чтобы максимально, трамбануть, чтобы почва не играла. И потом мы сюда еще сейчас все это выровняем, трамбанем, и сюда привезем потом еще 2 щебенки и песок. Надеемся, выйдем в ноль, да? Если не выйдем, конечно, мы будем уже добивать песком. То есть не будем уже щебенкой добивать. Вот чуть-чуть щебенки осталось. То есть мысль в следующем. Когда мы делали забор, ленту, мы тоже клали щебенку и потом песок. То есть оставлять просто песок, я считаю, что это очень опасно. Это чистое мое мнение. К нему не прислушивайтесь, его обсираете. Поэтому жду ваших комментариев и помчали обсуждать, какой я человек.